хочешь к Дедушке Морозу? Да. Давай я помогу. Подходи поближе. Шишек. Какая она классная. Из кедровых шишек на заказ. Ну как-нибудь красивее потом стань. У нас много развлекательных программ детских. Например, в Иннопарке есть серия зимних воркшопов. Воркшоп «Зимний робот-олень», где ребята могут сделать робота, который будет похож на оленя. Какая она мягкая, да? Воркшоп «Моя футболка», где ребята сами сделают свою футболку новогоднюю с помощью воды, где ребята могут сделать сами себе часы. В Китбурге также проходят новогодние спектакли. Например, история про ежика и медвежонка, которые очень хотели встретиться с Дедушкой Морозом. Или захватывающая сказка про хитроумного магистра Вредера, который хотел похитить Новый год. В Arena Space VR также действует 20% скидка на сертификаты от 3 штук номиналом 1000 рублей. А мы через 5 минут начнем нашу интерактивную. Оденьте. Вот у нас еще участники подходят. Как тебя зовут? Вика. Серьезные, обязательно нужны маски и перчатки. Как у профессиональных спортсменов. И киберспортсменов. Да, потому что они тоже спортсмены. Теперь официально, даже в России. Подарочек. Берите подарочек, мама. Ой, привет, привет! Вы тоже там играть решили? Да? Ой, тогда все быстрее хватайте маски и бегите к нам. Не-не-не-не. Да, просто невероятно. Либо обычная. Вообще никакого отбора нет. Ира, любые Ира. Перчатки. Давайте, ребята. Заходи, заходи, заходи. Ставим на вот эту красную линию. Ты тоже с подарком попал. Вот, вот она прям, я специально рисовал ее для вас. Так, черная точка наша. Ой, елочка, ну вот ребятки, нам перчатки выдать специальные, волшебные. Смотри, тебе сейчас сколько? Сейчас. 3 секунды, 2, 1. Ой, ребят, какие все молодцы. А давайте теперь встанем пошире, чтобы вот над окружками развели и даже не достали до соседа. Ты пойдешь? Нет, ну мы достаем. Значит, что нужно сделать? Нужно пошире встать, да. Пишите адрес электронной почты, где наша идет ваша фотография. Вы все должны замереть и не двигаться. Поняли? Вот как только я смотрю на вас... Пойдешь играть со Снегурочкой? Давай, беги. И не моргайте, и даже не дышите. Беги, беги. Вот. Ни пальцем, ни рукой, ни ногой, ни даже ухом. Контролируйте все свои уши обязательно, потому что уши дергаются только так. Пытаются взлететь. Все поняли? Ой, ребят, давайте еще раз. Все готовы? Ой, да, молодцы, давайте все проверим перчатки, все маски наденем, наносим, да, чтобы у всех было все правильно. Давайте какую-нибудь команду нашу назовем, есть какие-то варианты команд? Давайте придумаем название команды, поднимайте руки, у кого есть идея. Что, ни у кого нет идей? Ну нет, нужно, вот кто хочет назвать команду, вот так поднимите руку. Вот есть вариант у кого-то, как назовем нашу команду? Холодный нос. Холодный нос, ничего себе! Холодный нос, давайте все на счет 3 крикнем. Холодный нос, 1, 2, 3. Холодный нос, молодцы!
молодцы, ребята, какая вы дружная команда. Ну, давайте разомнемся с вами. Готовы? Раз, два, три. Ой, вы не успели затормозить, нужно замирать, давайте назад. Если я замечу, что кто-то двигался, я сразу назад отошлю. Давайте вот здесь пошире встанем, тут здесь много свободного места. Пошире нужно встать, пошире. Готовы? Раз, два, три. Ой, не успел затормозить, скользил, давай назад. Нужно прям замирать. Не, ребят, а кто стоит, не двигается, те должны стоять. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три. Замираемся. Ну, ты не смог замереть, да? Слишком быстро бегаешь. Давай назад. Нет, ребята, ну стойте, вы же молодцы. Вот, вы молодцы. Вы не двигались, да? Вы прям сами, вот так. И не двигаемся, да? Молодцы, и ты тоже не двигаешься. Тоже молодец. Ты не двигался? Ты головой помотал, давай назад. Ты не двигался? Точно? Прости, я забыл. Как тебя зовут, пожалуйста? Фарида. Очень приятно, только говорить тоже нельзя, тоже шевелиться. Давай назад. Ой, все, какой я хитрый, ничего себе, коварная елка. Готовы? Я не слышу. Все готовы? Да. Да, говорить нельзя, давай назад. Ну, давайте посмотрим. Раз, два, три. Ой, не успел стормозить. Слишком быстро разгоняешься, давай назад. Нет, вы стойте. Ты тоже стой. И вот вдвоем стойте. Вы молодцы. Каждый раз со всеми из солидарности отходите. Потому что мы команда. Мы холодный нос. Давайте мы... Холодный нос. Молодцы. Потому что все холодный нос. Готовы? Раз, два, три. Раз, два, три. Так не ко мне нужно бежать, а по прямой, ребят, чтобы все не столпились. Раз, два, три. О, я смотрел на вас. Все назад. Все, кто дернулся, все назад. И давайте пошире зайдемся. Видите, сколько там свободного места? Давайте. Ты не двигалась? А сейчас голову так сделала, так что давай назад. Ёлочка, помоги ребятам пошире зайтись, потому что там сколько мест свободного. Ой, давай, да, вот так все разойдемся, потому что мы разгоняемся, и потоки ветра сносят всех вокруг. Родителей, бабушек, дедушек, просто невероятно. Ой, а у нас тут даже Человек-паук. Как ты думаешь, ты сможешь победить в следующем раунде? Да. Молодец! Давай похлопаем Человеку-пауку! Человек-паук уже почти победила! Ну давайте на счет три. Раз, два, три! Ой, ты чуть-чуть не успела, да? Давай назад. Нет, а Человек-паук стой на месте, ты молодец! Человек вообще не дернулся ни разу. Раз, два, три! Назад. Я не с ней оборачивался. Раз, два, три! Раз, два, три! Ну, елочка, так я же не спиной. Вы думали, вот так. Елочка тоже против вас, она хитрая. Все нужно бежать по прямой. Не ко мне, а по прямой. Знаете, как по прямой нужно бегать? Все знают? Давайте, все, кто знает. Да! Все, кто поднял руку назад. Ой, какой я коварный. Давайте, все назад, все, кто поднял руку, давайте назад. И еще пошире зайдемся. То есть вы в кучу сбиваетесь и друг друга сбиваете, как кегли. Ничего себе, невероятно. Играли уже в боулинг когда-нибудь? Вот мы почти в боулинг играем. Игра называется «Хитрый боулинг». И раз, два, три. Раз, два, три. Ой, опять не успел затормозить. Слишком скользят ботинки, да? Ну, давай назад. Стойте, Леша, стой! Стой на своем! Молодец! Леша, давай! Да опять! Молодец, давай назад. Опять давать нельзя. Какой я хитрый! Ой, родители уже как тренера профессиональные дают советы. Настраивают, накачивают игроков. Давайте еще раз. Мы холодный нос! Мы... Как корабль назовешь, так он, собственно, и нос. Ребята, я к вам спиной только что был. Вы что ж не бежали? Вот опять спиной. А вы опять не бежали. А опять спиной. Опять спиной. Назад. И ты тоже назад. Я не оборачивался. А ты застыл, да, на месте? Точно? Вот так нельзя делать. Давай назад. Ой, какой же я коварный. Ой, простите, пожалуйста. И просто на секунду. У вас, может, шнурочек, да? У вас нет шнурков. Давай назад. Смотрел на ботинок. Ну, давайте на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. 3:15. 48. Давай назад. Ты тоже назад.
54! 40! 1. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Как ты так двигаешься? Я смотрю на тебя и не вижу, как ты двигаешься. Настолько быстро, потому что, да? Вот, только все забыли, как бегать по прямой, но это ничего страшного. И 1052! Сколько победителей? Всем отсюда, вот его клубы, родители! Ребят, вам понравилось играть? А хотите еще? А давай тогда сделаем большой-большой круг размером с Россию. Вот такой он большой. Все знают, что Россия самая большая страна в мире. Давайте сделаем такой же большой кружок. Все, выступили рук. Молодцы. Ой, еще пошире. Вот Человек-пауку у нас места мало здесь. Не сможешь руками, ногами махать. Давайте чуть пошире зайдемся, чтобы вот так вот можно было делать. Вот так. Не, ну вы не пошире. Вы с друг другом вплотную встаете. Вот. Чуть-чуть пошире. Молодец. Дай пять. Как тебя зовут? Я Алеша. Алеша, а я знал, что Алеша. Вот, я же даже тебя хлопал. Ты же родители тебя хлопали. Давай похлопаем Алеше. А что это никто не хлопает? Ну, все, давайте хлопаем, родители. А кто-то не проснулся у нас. Вот едят мороженое и не хотят хлопать. Ничего себе. Хитро устроились. Говорят, мороженое забрали у детей. Пока они играют, мы мороженое долопаем, да? Хитрые какие родители у нас. Ребятки, давайте сделаем еще шажочек назад. Вот такой шаг назад все сделаем. Чтобы круг у нас был еще побольше. И еще шажочек назад. Ой, какие все молодцы. Ой, а кто это у нас пришел? Это у нас пришел? Елочка пришла. Елочка, привет. Давайте все поздороваемся с Ёлочкой. Она тоже, наверное, очень хочет с вами играть. Давайте скажем «Здравствуй, Ёлочка!» Ой, очень громко, но не дружно. Давайте все дружно скажем на счет три «Здравствуй, Ёлочка!» Раз, два, три. Вот, уже получше. Теперь наша Ёлочка как рок-звезда. Вот, как Билли Айдол или Джон Бон Джови. Вот, тоже, наверное, хочет с нами поиграть, да, Ёлочка? Ходи с Ёлочкой поиграть. Ой, замечательно! Ёлочка, бежим к нам! Спасибо! Я так давно с вами не играла и так соскучилась по вам! У меня есть одна очень веселая игра! Вы готовы со мной сыграть в неё? Все готовы? Я не слышу! Ура! Итак, смотрите! Игра называется «Про оленя». Готовы? Покажите, какие рога есть у оленя. Покажите. Вот такие, высоко-высоко рога. Итак, у оленя дом большой. Он глядит в свое окно. Как окно у нас выглядит? Окно. Вот окно показываем. Окно. Он глядит в свое окно. Зайка по полю бежит. Какие ушки у зайки? Покажите мне. Зайка по полю бежит. В дверь к нему стучит. Как стучит? Тук-тук-тук. Показываем, как же он стучит. И зайка говорит. Что же он говорит? Давайте быстренько вспомним. У оленя дом большой. Он глядит в свое окошко. Зайка по полю бежит. Дверь к нему стучит. Тук-тук. Дверь открой. Там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай. Лапу мне! Давай! Итак, вы готовы сделать побыстрее? Ох, Снегурочка, какая ты молодец! Итак, у оленя дом большой, он глядит в свое окошко. Зайка по полю бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай! Лапу мне! Давай! Итак, еще быстрее. Готовы? Да. Не слышу. Да. Ой, вот теперь слышу. Итак, у оленя дом большой. Он глядит в свое окошко. Зайка по полю бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Ну-ка давайте похлопаем елочкам, какие у нас замечательные елочки, свежие, да. Встаньте вот так вот ручки в стороны, раз.